дворец Аренос, Кипение, это дворец, который соответствует средневековой традиции, но изысканный и пересмотренных таможенных и вкусы позже, построен на участке в углу, принадлежащих к семейству из Кипения. Сегодня здание, что остается, это конфигурация в 18 веке. Фасад показывает отдел функциональных и иерархических собственностей, означает подвал, мезонин, первый этаж и верхний этаж. Вертикально он имеет 6 отверстий для каждого растения. Фасад имеет базу масонства, в то время как остальная часть его покрыта. Основные кованые балконы. Главный фасад выполнен из камня, представляет герб семьи, Кипение, в верхней. Через это осуществляется в прямоугольный двор с 4 полукруглые арки. На левой стороне является лестница, которая ведет на основной этаж, на противоположной стороне лестница, соединение с всех растений. В задней части двора, параллельно с фасада, есть прямоугольная комната, которая осуществляется 2 полукруглыми арками, из камня, расположенной в галереях сформировать в патио. После этого номер был двор, который был оккупирован в современном здании с различных высот в декаду 1940. В части ближе к текущей фасад улица Поэта Кироль открывает другой обложка, меньшего размера, который уже соответствует подходу многолетний отель Резиденсиал здания. В конечном итоге после серьезных угроз вредительства, здание было приобретено правительством и восстановлен в 1997 году, по словам, конкурс выиграл архитектором Карлос Кампос Гонзалес, чтобы предназначать в штаб-квартиру Валенсия на фондовой бирже, функция, которая сохраняет сегодня.